Здравствуйте, меня зовут Евгений, я работаю в русском дайв-центре «Дельфин». С момента отставки Мухаммеда Мурси от власти в Шарм-эль-Шейхе никаких беспорядков не было. Магазины, банки, рестораны, ночные клубы, все работает в обычном режиме. Корабли выходят в море, дайверы ныряют, в дайв-центре проходят курсы. Единственным ограничением, которое мы на себя чувствуем, это запрет на выезд туристов за пределы города на экскурсии на пирамиды или Луксор. Вот. Значительно уменьшился поток туристов в Шарм-эль-Шейх. И в основном это связано с теми ограничениями, которые наложил Ростуризм на продажу туров в Египет. Но мы оптимистично смотрим в будущее, надеемся, что скоро ситуация стабилизируется, беспорядки в стране утихнут, город будет жить в своем обычном режиме.